Главнее всего экология в доме, решила наша редакция и отправилась на поиски всего самого природного, полезного и, конечно, красивого. Экология в интерьере. Какая она и стоит ли своих денег, узнаем прямо сейчас. Приставка «эко». Не панацея от болезни, но крайне популярный префикс современности. Эко-мороженое, эко-белье, эко-продукты, эко-косметика. Мы же начнем нашу экспертизу с эко-мебели. Что за чудо такое из лиан тропических? Бамбуковые плетения, корзинные формы, жилище Тарзана, не иначе. Материал натуральный, тем он и хорош, что нету ни капли искусственного в нем. Более того, он изготавливается вручную. Производят его в Индонезии. Диваны, люстры, комоды и кресла. Стоит такая натуральная обстановка недешево. Стульчик из тропической лианы попросит отдать за себя в среднем 5000 рублей. Чем же хороша ротанговая мебель? Это по большей части ручная работа, а значит эксклюзив. Прутья приятно хрустят. Мебель эта легкая и проблем с мобильной перестановкой не будет. Есть конструкции, выдерживающие 90 килограммов, есть образцы и понадежнее. Такое кресло обещает выдержать 120 килограмм. Живого веса, значит, в нем спокойно разместится дедушка и пара-тройка внуков. Но не стоит торопиться. Определить крепость изделия можно по количеству прутьев в каркасе. Здесь их три, да еще сиденье укреплено специальными ремнями. Мебель из натуральных материалов отличается привередливостью. Не выносит точечную нагрузку. Ногами лучше не вставать. Нельзя садиться, падая резко, например. Влажность воздуха натуральный ротанг любит. И чувствует себя там прекрасно. Идеальное место для ротанга – сауна или комната с увлажнителем воздуха. И не лишним будет протирать изделия влажной тряпочкой время от времени. Много хлопот? Так вот она, цена экологичности. Переходим к еще одному любопытному образцу. Знакомьтесь, эко-обои. Они на бумажной основе, декорированы натуральными волокнами. Это может быть тростник бамбука, шпон бамбука, папирус, джут. Сизаль, натуральные листья, они антистатичны, потому что материалы натуральные. Соответственно, они не притягивают пыль, и вы можете просто регулярно пылесосить их мягкой щеткой, и этого будет достаточно. Влажные уборки такие обои не любят. Для поклейки подойдет клей для тяжелых виниловых обоев. Недешевое это удовольствие. Около 1500 за рулон в 5 квадратов. Хорошо, что вам могут отрезать кусочек по индивидуальным меркам. Бамбуковые обои славятся своими антикошачьими свойствами. Производитель обещает, что такое полотно выдержит неоднократное нападение острых коготков. Кажется, настало время эксперимента. Мы подумали, где бы найти добровольцев для участия в когтистом эксперименте? Ну, конечно, в Кота-кафе. Здесь знают толк в царапании обоев и мебели. Профессионалы, одним словом. Они всегда рады подрать что-нибудь. У нас специально даже сделаны углы с ковролином для этой цели. Можно начинать проверку на прочность. 280 когтей против эко-обоев. Небольшая хитрость. Посыпаем наш образец кошачьей мятой. Теперь усатые полосатые не устоят перед соблазном. Мы и царапали, мы и подтягивались на обоях, мы и прыгали на них, мы и спускались по ним в альпинистской манере. Но результат следующий. Зацепиться за такие обои котейки не могут. А значит, испытания на прочность эко-обои прошли успешно. Появилась только едва различимая царапина на материале. Неплохой результат. 1-0 в пользу эко-материала. Нашим котам эти обои не очень понравились. Они подходят больше для дома, потому что они гладкие. Нашим котам больше нравится ковролин, который с ворсинками, и его удобнее драть. Ну уж, извините, усатые. В следующий раз будем тестировать что-нибудь мясное или рыбное.